будет. Весь под в том, что там агрессивная трипла. Некр. И... А, подожди. Подожди, подожди. Ну, этот фармит в топе по-любому, либо в триплу придет. Этот соло может пойти встать. Ну, ему экспа нужно. Он, скорее всего, соло пойдет стоять, по идее, из логики вещей. Короче, сапог стики делаю сразу, там посмотрим. Сапог стики апаем. Мой же топ. Пошли. Драться. Пойдем, пойдем. А кто у нас хердер? Феня Фердер. Тогда, короче, стик базиль, наверное. Но они все здесь, скорее всего, да? Да, они трипла внизу у них. Тут трипла будут, наверное. Не, наверное, а трипла здесь будут. Стичок берем и поехали нарезать. Некрофосик, он уже ползет сюда. Покажем пацанам, что такое драйв. А это лол какой-то, бред. О, просто видел. Я пытаюсь пройти, у меня блок какой-то. Тупо как будто здесь просто проход еще 4 сларка пройдет, честно вам скажу. Сорка у него. А, тут их двое, лол. Не, все, я фармить, забей. Тут беготня такая интересная, на самом деле, намечается непонятно, не по делу. Фармить пойду. Два фрага есть, пять этих есть, пойдет. Мы можем их тут просто уничтожать. Мне нужно сейчас взять еще арбу и просто брать и пинать, уничтожать эту линию. Арбу возьму, буду убивать их просто. Сура есть, хорошо. Сейчас левел 3 апнем, подеремся. Левел 3 апнем, подеремся. Что там, Феникс стоит, да, уничтожил, нормально. Тепло мы выиграли, это хорошо. B
без топора фарм, конечно, такой себе. Рано ударил. Рано бью крипов. Хорошо. Кто-то сейчас один отсюда должен свалить, ребят. Молодец. Аркан нужен. Бери. Не бери арканы. Хорош. Хорош, брат. Мам, там до хрена у нас пё порежет, по идее. Хорош. Таскар. Таск пришел. 500 золота есть, но у меня есть костыль, хорошо. Пак на хосте. Аркан будет, декой будет. Второй скилл. Хорош, пойдет. Красиво. ТП купите, плиз. Спасибо, парни, спасибо. Благодарочка, молодые люди. Я вас благодарю за это. СПС. Пойдет. Какой же ТП долго, это жесть. Мне бы XP апнуть немножко где-то. С базиль соберем себе. Даже. Хорош, братка. Будут. ХПшек нету ни хрена. О, летит, отлично. Че, у него есть какая-нибудь хилочка? Хрена у него нет, окей, ждем. Мабах похилит. Звереть не встать. Че, он не полетел? Лол, а у него арбы нет. Ладно, все, у меня есть экспа. Я могу просто пойти сейчас в лес. Ну, не в лес, я сейчас буду стать лайн плюс лес. Буду осторожнее играть, не фидить и все. Видимо, спасибо большое, Низор. Здорово.
Он живет там, он жирный. Ему стики купить бы. Ему бы купить стики. Было бы норм вообще. За мной что ли еще пойдет? Оу. Как чмошно вышло, боже мой. Ладно, я в лес пошел. Тоже фит пошел. Как чмошно, у него мана была еще у этого чела. Ну, это ошибка была от меня сейчас. Идет. Как он их сейвит, это капец. Боже, какая же грязь вонючая тут, Скар. На топ идти, наверное, даже играть. Вот это был фит уже лишний, на самом деле, ребята. Это был очень лишний фит. А, любить, короче, лес. Че, ничего, я сейчас свое все равно выбью. Они в лес мне не должны мешать, в лесу точнее. Должен спокойно фармить, стоять. Короче, ладно, подержу ТП-шку, если что, пролечу куда-нибудь. Сейчас базиль доделаю, квилу. Начну лутар фармить. Мелко надо убить. Еще одного мелко убить надо. Суль появится. Нормально. Где фарма много. Пак с ультой. Ну, блин, надо подраться здесь, на самом деле. Гоу. Алтарчик появится. Хотя нахрена мне алтарчик, если я могу сделать вот так. Купить топорик и принести себе это все. Агрессивно сейчас пофармим тут. Таск уже сюда летит. По-любому уйдем. Есть похил? Дай вторую, плиз, бро. Давай, давай, быстрее, быстрее. Ну давай, давай, сейчас умру. Ну дай, дай вторую. Ну вторую дай. А сейчас дай мне, я в лесу иду, чел. Ну не тупи, спасибо, все, найс. Вот тупит, блин, а. Мне вообще пофиг, я пока буду бежать, да регенюсь. Дает, а. Феникс Тим, блин. Таск был, да? Не разглядел. Нет, кинуться бы тут сейчас, на самом деле. Агрессивно очень фармлю. У меня хп нету ни хрена. Нет, кинуться бы тут сейчас. Пятнадцать, что-то охренеть. Где таск? У него дагер, плохо. Мысли, зачем дагер? Нормальный артефакт на команду берет. Дагер, блин, гонишь что ли? Правильно он говорит все.
Тасик в меде там, да? Там до хрена лучше пофармлю Лотар и буду драться. Нет, а драка сейчас не нужна, мне нужно пофармить. А мне что ли шли? Раз герой, два герой. Он, вы видели, мне показалось на этом, на тасике. Блин, ну можно помочь так, так какую-нибудь тонку погрызть, попробовать. А, блин, нормально. Опасный лес тут фармить. Да, фармить надо, тоже так думаю. Пойду жрать. Нет, Мидас ни хрена он выформил. Трэш просто какой-то. Миллисекунда просто. Просто трэш миллисекундный. Живет. Хороший убили. Ну, один раз убили толку. Какой-то трэш на самом деле. Шекер живет. Живет. У этого почти. У этого уже БС есть, охренеть. Трэш просто полный. И фута сделаю, ну да, после этого БКБ нера возьму. Просто миллисекунды я бы выжил. Ну, я думаю, выжил бы. Ну, не кран, норм подцепил. Идет. Кран норм подцепил. Ну, в центре появились уже. Мать. Сплит пушьте, скажем так, на то пойти ломать. Мид плюс топ, пойдем сломаем. Все тут бежит гол. Да куда гол? Гол, их тут меньше. Гол, подеремся. Какой Б, ёпшкин паровоз. Какой нахрен Б? А там Б нету. Окей. Ну, ну Б, чё. Сколько там Б нет у тебя еще? Есть там бауш? А, нет еще там Б. Гол фармить, короче. Я фарм ушел. Люкс Мидаса сам быстрее нафармит какие-то свои слоты.
Ну, Ризерка, если зарубят, будет вообще кайф. Зарубили, хорош. Ризерка расчленили. Вот стоит. Опасно идти дальше. Двоих саппортов резанул. Считаю, полезный был файт для меня. КЛ левела ни хрена не апаю. Замутишь донат, братан? На такую катку мне. За бесплатно я тоже могу сказать, что-нибудь сделать. А, вот такие вот стримеры плохие. 2900, может скади жахнуть все же, или хрень скади? Или скади бахнуть? Но буду ли я бить с этим скади, вопрос в другом. Буду ли я бить с этим скади? Наверное, буду. Мы буду, да, сейчас купимся скади. Скади, потом БКБ. А дефуз жира не даст никакого. Ой, жесть, какой номер. Ломай, 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 сплит, 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 что-то ушел. Бибери руны, если тебе надо. Лорик там пипец одевается. Надо с ним будет на равных как-то со скади драться, пытаться, наверное. Отдай, ты купить ТП, закройся, магазин открывается, закрывается, лол. Вот если бы сейчас не этот магазин, я бы забрал вышку. Ну ладно. И рожь забираю, да. Дальше пойду. Ну куда вы драться? Алло, вы чё? А, они там убивают, фига себе. Хорош, бегу, бегу, бегу. Нифига они там убивают, лол. Сейчас там, конечно, сейчас все встанут. Байбек пират сделал. Хорош! Поронят, пацаны. Пойдет. Ух ты.
Лол. Скать уже. Там еще адмирал байбек нажал. И сдох. Опа! ХПшек, не хватает денежек. Рисковый мув делаем, что делаем. Оп. Блин, они после Егиса так сдохли сочно. Вообще кайф. Я вышку трогать не буду, я умру. Я пошел дальше заниматься своими делами. Бежитасик. Медальку купил? Да ты мощный мальчик. Медалька, да. Помогешь. Найс. Скади есть. Ну а чё, скади жмем? Мака, нет? Не видно. А дагер купить, мне кажется, еще. Вас видно, парни, тут борды же. Что это за тамба? Куда? Для чего? Фармить, все, б. Митик. А, он улетел. Он улетел. Вот арапни. Давай сначала сейчас я возьму дагер, чтобы кунку цеплять. Потом возьму БКБ, а потом латарапну. Так будет намного умнее, мне кажется. Так будет намного умнее. Или можно вообще БКБ-ху взять и не париться. Так, два героя вижу. Лол! Мискликнул. Я... Ой, с ДД, погнали, 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 погнали. Ну неужели вы сейчас там виданете, ребят? Ну не фитьте только. Хорош шейкер ворвался. Блин, я мискликнул! Я мискликнул! Только. Я тупо мискликнул, как конченый. Я просто как конченый мискликнул. Я просто как конченый взял и мискликнул.
Че, можешь взять себе лучше тогда манту плюс этот, плюс дефуз. В принципе, игра хорошая у меня. Или на выручку лучше все же БКБшечку. Чтоб стоять, бить как упертый. Манту дефуз. Да, есть почти готово. Видишь, ты его, оборотень, слизень, блин. Хватит фыркать. А без манты драться буду. Фиговейшая драка, если честно. О, ультимейт, ни хрена себе. Ха, я двоих убил. И этот бежал меня спасать и не спас, да? Но я двоих убил. Ребят, я двоих забрал. Аганим. Аганим. БКБ надо брать. Сейчас они по-любому свои кнопки смогут жать. Сейчас БКБ надо брать. Потому что они будут умирать и кнопки нажимать в меня. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас БКБ буду делать. Они просто будут, я их сейчас буду рипать, они будут вставать и БКБ. Ну, нажимать свои кнопки все. Мне БКБ надо сейчас. Сейчас надо взять БКБшку. Если бы я знал, что у него аганим, я бы, наверное, не брал бы сейчас манту. О, боже, какая-то хрень вонючая, честно. Такая грязюка. Ну, у них кор слабый уже, по идее. То есть, у него один армалет из дамажащего артефакта. У меня манта плюс кадя сильнее его. Я его перебил. Но проблема в другом. Проблема в другом. Там много контроля. Ладно, берем БКБ. Играем с БКБшкой. Дагона пайтпак. Что это будет, интересно? Ктаин, что ли, сделается? БКБ дагер, наверное, сделаю. Силю рапать не буду, наверное, пока что. Пока что не буду, пока не вижу в этом смысла. Там некр бомж. Чем Монтани, Башер. Сто больше. Как ты меня задолбал, дружочек?
Зачем манта мне нужна? Статы высасываем из него по максимуму. Мид по-любому. Боже, сколько у меня дэмэджа, это ж трэш просто. Короче, возьму БКБ, плюс баттерфляя возьму и закончу. По-любасу. Я сейчас тавр съем просто за секунду. Ну, Вивер, ты как конь умер, честно. Ну, все, нажал на меня. А все, Б, Б. Смотри, смотри, ДД Рош, ДД Рош, я статов насосал. Гоу, 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 ДД Рош. Бери пак. Всех сажу, пацаны. Нормально прыгнул, пойдет. БКБшка моя полетела. Достало уже. Для чего, Паша? Для чего? В принципе, он прав. Можно Баша, наверное, можно взять лучше. В принципе, он прав. Контроль дополнительный. Не, я Баша лучше возьму. Реально. Зачем мне фляй брать? Фляй взял, если бы два ударника было. А Рабашер, он прав. Согласен. Да, думаю, Баш поинтереснее будет. Баш поинтереснее будет, серьезно. Он и дороже. Его можно апнуть. Башер апнем. Как раз у меня сейчас бабки будут и на Башер сразу. Продам аквилку туда-сюда. Ага. 20. Пойду к Фениксу в клан, пацаны. Кидай бригу. Пойду к Фениксу в клан, пацаны. Чисто уничтожать буду с Фениксом. Феникс мой брат Кентуха. Так, 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 есть. Этот сдох пошел, красавчик. Что я делаю? Меня зайдешь, но можешь к ней ступить. Окей, хорошо.
Ну не сдохните только сейчас. Да ты вообще непробиваемый, что ли? Армированный или что? Я понять не могу. Какие толстые. Я их всех убил по 40 раз. У меня миллиард стаков, ребят. Они живут как-то. Охренеть, блин. Это куборзы, брат. А, это же это Леорик, он же живучий. Я их просто всех повалил. Лови, лови, лови его как-нибудь. Это же Леорик, у него 143 тысячи жизней, блин. Я их всех убил по 100 раз, ребята. Я их просто по 100 раз поубивал. Они рессаются. Вот и манта пригодилась, хороший артефакт. Саппорты, как дураки, бегут, подставляются, дохнут от меня. Нормально. Я знаю, кого убить надо. Ну помогите, правый барак, я понимаю, правый барак. Может, поможете? Я боюсь, капец, бить. Спасибо. Ну все, отойти, отойти, отойти. Отца хотят. Дайте мне уйти. Пойду к Фениксу в команду, ребят. Будем с Феней уничтожать всех нахрен, кто он встанет на наших путях. Пути! Путях! Фарт стоит. Все, кто встанут на пути, будут уничтожены у нас. Будем с Фениксом уничтожать всех. Пойдем аз пинать просто. Напополам будем их рубить и резать. Наш клан будет самый сильный. В галактике. В галактике всех возможных дотеров. Во всех соседних галактиках нам будут завидовать нашему клану. Мы будем самыми сильными. Еще кланвары потом устроим. Потом на интернешнл поедем по первой доте. Еще и все, все. И слава, деньги, все наши. Димон, привет. Для тебя, познай меня. А, круто, хорошо, супер. Здорово. Слава, деньги. Все будет наше. Признание, женщины, все, что хочешь. Сейчас меня закрестанет, да, скажет. Оп. Пошел вон. Ну как умею, а? Фокусник на сларке. Фокусник на сларке, блин. Хорошо, Вась, красава, брат. Видите, варды стоят. Да все, у нас там бы нет, идем питоп, реально, он прав. Феня решил поставить... Мой тиммейт Феникс решил поставить, блин, тамбу, чтобы снять вард. Ну ладно, бывает, ничего, нормально, погнали дальше. Не, я без рофла, я, ну, никакой агрессии, просто с уважением. Серьезно, я шучу, ребят. Серьезно, шучу.
Нормально он пацан, Феникс. Я шучу. Нормально он тип. Да это шутка. По первой доте, да, есть интернешнл. Что он рак, он мощно играет, что. Рак, у него 14к ПТС, рак, блин. Ты апни 14к ПТС, потом говоришь, что он рак. Когда апнешь 14к, вот тогда скажешь, что он рак смело. Сейчас не надо так говорить. Оп, уворачиваемся. Как учил папка. Где он? На тамбе есть у него тамба? О, погнали. Вот можно месить. Месить можно. Шар разбить. А я упрыгну просто. Оп, вот я читер, да? Тупо корабль задолжил. Пак там вообще бешеный. Нормально он его вернул. Пацаны, я не знаю, честно, драк, кайся на самом деле. Меня закрыли, чё? Байбеки пошли, ну бэк. Что происходит вообще? Как попало, подрались, честно скажу. Так бешеный гоним этот напрягает очень сильно. Да играю я с ними тоже. Не всегда в прайм их попадаю, скажем так. Да, шейкера убили как-то. Попало, блин, подрались. Честно, у Доцки подрались. Вообще у Доцки. Капец, они тупо все фидят. Вся команда фидит. Не, ну они молодцы, они хорошо играют. Блин, рож стало, я сейчас смогу байбекнуться так-то. Вот сейчас надо апать Сильвер, чтобы Ризика резать. У тебя ПТС больше 10к, да? У меня 14. Почти. Ну, сейчас надо Сильвер брать, чтобы Ризрака резать. Не знаю, я как керри я свою задачу делаю. Я сапа врежу, по возможности убиваю мидера керри. Все, чего от меня еще требуется? Я бью, наш урон. Сейчас, если прям совсем затянут, я, наверное, продам ПТшку, соберу себе рефрешер, наверное. Вот так вот сыграем. Постоянно видос смотришь, хорошо, спасибо. Ужасно хотел взять даггер, чтобы кунку ловить, но... Но-но-но. А уйдите, пацаны. Гем купили. А, ну если купили гем, я, наверное, не буду здесь добирать себе этот... Б, уйдите, все, уйдите. Я, наверное, не буду добирать себе здесь слота рапать. Я сейчас лучше возьму рефрешер себе, реально. 2 БКБ. Я рефрешер сейчас себе апну. Пойду фармить. Не справишься. Стаков нет еще. Хорошая идея, это охрененная идея, рефреш купить. ТП нету, ТП один. Них два, я отломаю им нахрен сторону сейчас. Ловите. На кресте?
Куда он бежит, так смело умирает, а? Какой ты же мой хейтерюга, а? Просто жесть, какой же ты хейтерюга, а? Интересен ты мне больше, отстань. Блин, нахрен. Хочу жать БКБ сейчас просто. Это плохо было очень. Куда эту няху? Идеально, просто идеально прочувствовал эту ситуацию. Я его просто прочувствовал. Почему Сларк собирает норм слоты? Хе. Потому что Сларк понимает, что ему делать надо в игре. А у меня с Мидасом. Хе. Потому что Сларк понимает, как в эту игру нужно примерно побеждать. Тварь бесполезная, говорит. Ты меня достал уже на своем вонючем герое. Я умер. СББ, если что. Они еще кого-то убили. Пойдет, 2 в 2 размен, у них минус 2 стороны, почти третья. Сейчас я, если я байбекнусь, у меня будет еще рефрешер и БКБ двойное. Вообще как-то будет. Байбекаться не буду пока, не хочу. А знаете почему? Потому что в 2-2 играем. Ну, то есть 2 смерти у них, 2 смерти у нас. Я байбекаться не буду. Зачем? Нормально зашел на стрим поклянчить. Давай, лучше не надо. Кто антигерой Сларка? Помните. Нет, просто так я ни на ком играть не буду. Я себя уважаю, извиняюсь. Вот сейчас сильвер можно собрать. Оп. На него убьют, интересно? Он с гемом. Ой, хорошо. Ну только надо его цеплять дальше, шейкер, прыгай. Ой, пойдет. Стан продлить. Пойдет. Боже, как они долго бьют, а? Тридцать семь, 9-11, жесть. И просто так знат. Ну, от 500 рублей заказ героя.
Блин, ну если даже я сейчас возьму... Ладно, байбек будет, просто тревела у меня нету. Вместо Лотара есть что взять. Манта вроде и прикольно смотрится, а вроде и хрен пойми. Не, манта хороша. А так спид дает передвижение. Там догону Ризрака. Максимально благолимо. Раз, два, три, четыре, пять. Меня видно здесь шесть. Селяр ему кабину разбил бы. Сто раз рейсуется, блин. Встану, барак буду ломать просто. Блин, 176 ПТС. Вот это подняча, а.